В связи с установившейся жаркой погодой медики в очередной раз напоминают о мерах профилактики. Как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами, носить головной убор. С 12 до 16.00 солнце наиболее активно. В это время желательно защищать все участки тела от попадания солнечных лучей. Использовать закрытую одежду из натуральных тканей и солнцезащитные кремы. Необходимо пить больше жидкости, но не спиртное. В жару действие алкоголя усиливается, и организм становится более чувствительным к высокой температуре. Следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, быть максимально внимательными на дороге. Ни в коем случае не оставлять детей в салоне стоящего автомобиля, даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.